Здорово, друзья, это Форест 4 топора. Мы возвращаемся в лес. И в этой серии мы будем строить плотик. Правильно? Большой и маленький. Плотик, да. Представлять нас не надо, уже все знают, кто играет. Уже и так понятно. Черный-черный и два индуса, блядь. Черный-черный индус. Черный-черный индус, рассчитайся на первый-второй. Короче, мы уже в той серии, мы что сделаем? Мы поставили охуенный алтарь. Да. Он был очень прикольный. Теперь мы хотим построить плот. Но это мы сначала построим маленький плотик, да? Давайте плотик понимаю. Маленький. Давайте для начала маленький построим, посмотрим, как проходит синхронизация четверых клиентов. Маленький плотик — это кусочек большой плоти, да? Маленький плотик, да. Маленький плотик. О, мой плот. Маленький он, блядь, такой. Ты точно про плот поешь? Точно, точно. А кто пел про плот? Песня про плот, кто пел? Как его звать-то, да? Как его, блядь? Блин, как же его звать-то? Осень, Кобзон. Кобзон. Маленький плот. Маленький Кобзон. Маленький плот. Я могу себе представить, блядь, Кобзон стоит такой: о, мой маленький плот. Ой, блядь. Так, почти, смотри, еще два бревна надо. Пошли, ну, Колян, давай, у тебя бревна. Алекс, зачем тебе палка? Ты же не будешь бить колена, или нет? Нет, у меня два бревна еще есть, два бревна. О, Колян всегда с бревном ходит. Я уже привык. Во, заебись! Мы тут пока еще что-то строили, мы тут некоторые бревна потеряли. Подожди. Поплыли. Колена, подождите, зачем? Подожди, Колян же там. Колян, бред. То есть он работал, носил, короче, сделал плот, а вы съебались на плоту, блядь. Нормально, молодцы. Колян, брось ты это, ебаный. С такой командой только в поле срать надо сесть, блин, да? И все. Как ему про... А, во, я понял. Уж начал рубить, да рублю. Следующий кадр. Пустой Форест, короче, без деревьев, блядь. Застроенный такой, как Москва-Сити, блядь, стоит. Если уж, блядь, начал рубить, то уж дорублю. Колян, завязывай рубить. Чего ты с бревной постоянно бегаешь? Потом мы нарубим. Давай, кидай. Я в тот большой плот суну. Нормально. Давай, Колян, садись. Поплыли. Кстати, на большом плоту можно ставить, по-моему, мебель и костры. О, это сильно. На большом охуенном, блядь, плоту. Мандаринового цвета. Поплыли в тренды, давай, Алекс. Поплывем. Тренды. Поплыли, давай. Я плыву мой плот, я плыву на плоту. Старательно гребет. Ой, мой плот. Не, ну далеко уплывать не будем. Где аборигены, скажи мне? У нас там, блядь, там деревень. На яхте нету ничего интересного? Есть, куча лута. Подожди, точно, я на яхту. Подожди, да, я подплыву. Да, я подплыву, я припаркуюсь. Да, я припаркуюсь, хорошо. Я, говорит. Я припарковался, давайте, чё. Чё-то как-то не едят. Как я охуенно, блядь, припарковался-то, а? Так, тут ну что, там есть молоко с пацаном. Ничего там нет. Народ, веревку возьмите спереди. Вот впереди я. Я молоко взял, алло. Все нормально. Молоко с пацаном. Олег, иди возьми там, блядь, нахуй веревку, если нахуй. Зачем мне веревка? Был, нашел. Я уже веревку... Вот. А, есть веревка, реально, смотри. Раз, два. Есть веревочка, вот раз, господа, господа индусы, вам не нужна Библия тут лежит. Нет, Библия не нужна, нам это нужна, как ее. Ну, где Коран, много... Коран. Где много букв? Нам нужна так, где много букв. Где много рук, вот это рук, как ее. Ну да, это сидящая, которая... Шивариум? Шивариум. Машинариум. Машинариум. Давайте сохранимся. Зачем? Давай, Олег там один сохранился, смотри. В гордом одиночестве. Я сохранил свой прогресс. Ты там, блядь, не сохраняйся долго, а то это, блядь, пагубно. Капитан свернутый калачиком уже. Мы до последнего думали, что это девушка лежит свернутая. Это капитан. В ожидании парни из армии, да? Ой, блин. Ой, блядь. Что вы там? Что? Что случилось-то? Я стоял за плот сломался. Почему-то. В смысле, утонул? Не знаю, развалился просто. Пока мы лутали с коленом, вы тут сломали плот, ребят. Ну чё? А вот мы каким-то образом сломали плот. Меньше лутать надо. По очереди все зашли и сохранились. Я молоко нашел, а тут какой-то чувак жирный на молоке. Ой, блядь, иди сохранись. Чувак жирный на молоке. Иди сохрани давай себя. Подожди, а что случилось-то? Мы сохрани не про что. Если потемнело перед глазами, то мы сохранились. Оно как-то быстро прошло. Потемнело перед глазами, я сохранился. О, я кассету нашел, нихуя себе. Кассету? Какие-то сюжетные предметы. Олег, давай Библию возьмем.
Вот я тебе о чем и говорю. Нам же очень надо. Есть минутка поговорить о Боге, да? Давай. Индусам не Библия нужна, а веды нужны. Веды. Веды? Веды нужны индусам. Они Библию не читают, они веды читают. Веды. Искусствоведы. Веды. Веды. Так. Вообще надо поесть. Все. Вообще надо на берег. Ой, я порно, блин, вообще надо на берег, у нас плот надо достраивать. Вот на маленьком уже покатались. Я порно-журнал нашел. Ну, будет чем заняться. Не показывай его, YouTube не одобрит, Алекс, не надо. Будет чем заняться, блядь, холодными вечерами Форесте, блядь. Так, ну что, ладно, с плотом, с маленьким... Маленький плот, мы покатались на маленьком. Да, он, кстати, у меня двухэтажный плот, охуеть. Двухэтажный плот. Но четверг рассчитанный, правильно? Двухэтажный плот. Ну серьезно, двухэтажный, смотри, это охуеть можно. О, Колян уже бревнами обзавелся. Молодец, Колян. Вот я ругался, видишь, все правильно ты делаешь. Это дядя Женя, если что. Да я бегал. Я понимаю, я вообще в целом говорю, я понимаю, я вас еще различаю в темноте. Надо костер поджечь, темновато, по-моему, не? Что-то как туда, бабла кинь туда. Закинь туда бабла. Закинь туда бабла. Макака поймала банан. Тут обезьян, кстати, нет, по-моему, да? Обезьян что-то не добавили, да. А, какой это желез просто. Олени есть, да. Обезьяны, я могу себе представить. Испытут реально обезьяны. Че так Дискорд лаганул, когда кто-то обезьян изобразил? Дискорд лаганул. Так. Ну давайте бревнышек. 57 бревнышек всего лишь. 57 бревен, да. Ну там меньше уже, не 57. Делим на одного колена 57 бревен. И получаем сколько там в итоге, да? И полчаса ждем, блядь. 57 бревен. У тебя КПД хороший, ты почти. КПД прекрасен, да. Брейн около моего дерева поскакал, сделал. Подожди, да? Я взял палок на факел сейчас. Сделал вид, что он стукнул по его дереву. А он так и работает, бля, ты думаешь, смотри, смотри. Ну так всегда, бля, сделал вид, что он там. Сделал вид, что порубил дерево. Помахал топором, блядь. И он не убежал. Смотри. Воп, видишь? Вот, ты охуенный факел сделал. Вообще, все, посвятись. Раз уж, блядь, не работаешь, то хоть посвяти. Спасибо, да. Алекс, ты прям работаешь. Вот, смотри, я рублю. Смотри, я рублю. Нормально. Алекс, около моего дерева. А чё, я тебе попробовал, блядь, дорубить? Чё ты жалуешься-то постоянно, блядь? Я тебе помогаю, он, блядь, жалуется. Вот, либо его дерево, это твое дерево было, да? Извини, блядь. Тут валяются бревна. Я поделил. Куда деревья вы... уже, блядь, поделил в лесу, блядь. Пометил ты их, что ли? Подписал. Деление имущества прошло. Пометил. Блядь, черепаха. Что, у нас плот на черепахах стоит, что ли? Уже половина плота построили, смотри. Плот на черепахах. А если это, смотри, блядь, черепахи из-под плота выплывают. Как крысы бегут с корабля, а знаешь, черепахи из-под плота, блядь. Все охуели, пидоры. Это ты, я надеюсь, про черепах, да? Я про черепах. Ну чё, 37 бревен валяется. Пацаны, ну вы даёте скорость, блядь. По-моему, даже так и не знаю, что строилось. А кто тут нарубил так быстро? Колян, тебе ачивку надо дать Форесте за такую скорость, серьезно. Дровосек. Соником нарисованным, знаешь, ко мне Соник. За скорость. Ну это классно, реально, что быстро очень всё. Ты охуенно всё делаешь. Кто черепаху бьёт? А, нормально. Топовый дрова. Колян, что ты делаешь? Колян, идем рубить. Сейчас порублю. Ты его прям выдрессировал, Колян, идем рубить дерево. Я попросил. Ну а что он там своими черепахами какими-то занимается? Не надо черепахами потом займемся. У нас нету времени на это. Нам надо дохуя еще, блядь, нарубить бревен. Давайте все втроем. Это дерево рубить. Давай. О. Да, я смотрю, ты из тебя работник охуенный, блядь. Ну за что ты факел? Я силы коплю, ёпта. Я собираюсь его. Так здесь столько бревен валяется. Зачем вы рубите? Вот, там сзади столько бревен. Не на Колян, не руби, хватит. Лес под угрозой. Лес под угрозой уже. Монстр под угрозой. Мы тут все вырубили нахуй. Тут уже леса скоро не будет. Вы заметили, как ночь начинается? У нас прям продуктивность работы растет. Сейчас зеленые бревен. А деревья же обратно вырастают. Надеемся. Да, через 10 лет. Форест, да. На том же самом месте причем. Это помнишь, как в школьные времена еще говорили, сколько дерева растет? Там 100 лет там или сколько там те сосны или что-то? Ну да. Что типа лес вырубать нельзя, деревья долго растут. Нельзя. Но
Форреста это не касается, блядь. Форесту похуй, блядь. Обновление новое, блядь, выйдет. Опять вырастут нам. Вырастите, да, 12 часов. А камни кто-то собирает? Да. Я собираю. Время собирать камни, блядь. Время собирать камни, блядь. Тут сзади бревен навалом. Можете не рубить пока. Я что-то рублю уже. Раз начал уж добивать, да. Смотри, индус пришел помочь, блядь. Два рубка сделал и ушел. Надо было еврейский скин добавить, да? Два раза, блядь, топориком, блядь, помахал и ушел, блядь, заебись. Помощник, блядь. Я главное, рубанул, свалил дерево, он унес бревна мои, блядь, ебался. Нормально, помощь нужна любая. Он просто не хочет свои чакры запачкать, понимаешь? Он же силы копит, да. Ханука скоро, нельзя нервничать. И все нормально, блядь. Так это ты попутал. Еврейский Новый год, да? Индусская ханука. Индусская ханука, это смешно. А вот алтарь-то как раз. Алло, алтарь? Или я послышал? Алло, алтарь? Алло, алтарь. Немножко остается. Сейчас сделаем все. Блять. Древесный сок я собрал. Березовый? Надоил? Надоил. Надоил. Немножечко этот сок надоил. Надоил. А вот же два бревна лежат, ну хули. Бля, а что ты раньше не сказал? Я новые два сделал. Я тоже. Ну хорошо, ладно, что ж теперь. Чакру запачкал, не страшно. А где аборигены, кто-то скажет? Еще 17 бревен. Нормально. А нет, аборигенов спят все. Мы лес рубим, они спят, блядь. Что-то нас, Дана, за двое суток никто не напал. Никто не пришел. Четыре человека, которые активно рубят лес, блядь. Только идиот нападет на них. Но кому оно надо? Это надо быть совсем ёбнутым, блядь, нападать на четырёх лесорубов. Прикинь, блядь, такую картину, блядь, четверо лесорубов хуячат на каком-то острове, лес рубят, там абориген какой-то. Даже муравьи на муравьиной ферме не так быстро работают, блядь, как мы, наверное. Там, наверное, абориген какой-то выглядывал, скрыт, нихуя, что они делают, что ты хуя? Что это такое там происходит? Они боятся выйти, понимаешь? Пиво, Ван, не выходи коровы туда. Они же ёбнутые, блядь. Не надо. С пиво, Ван, они потом зайдут. Да. Вырубили весь лес, нахуй. У них... Ой, бля, пиздец. Жень, ну, ладно, ты куда-то убежал вообще? Я за едой, у меня сейчас здоровье кончается. За какой едой? Под ноги посмотри. А что под ногами-то? Что под ногами-то? Песок, видишь, да? Жрать песок, что ли, надо? Жень, ой, я ёбну чайку ебанул. Чайка же не еда же. Жень, еда, смотри, вот мясо я тебе кинул, и денег туда подкинул. Я подкинул с мясом. У тебя в лесу, знаешь, как это грузинское блюдо, когда заворачивают этот в листок? Дорогой обед, знаешь, получится. Я денег подкинул. Дороговато. Я тебя на деньгах. Мясо на деньгах, прожарка. А что это за мясо на деньгах? Мясо на долларах, блядь. А при чем тут листочки вообще? Листочки, 92 штуки. Рожик. Рожик разжигай. Че так мяса много стало? Я что не съел? Ай-яй, блядь! Жень, блядь, ты загорелся, ты мясо пережарил, блядь! Алекс, нельзя такое горячее есть. Печень. Хотя да, индусы любят горячее. Ну, типа карри острые там все. Острые горячие, да, острые горячие. Кто еще не ел? Подожди, я от Жени убежал. Коляда, ужинать! Кушать! Колян, кушать иди! Алекс, ты можешь врать? Ой, блядь, что за хуйня ты ел? Твою мать, а! Я, Алексей, уже съел то, что готовил вчера. Это же вчера же, нахуй. Не оставляй на завтра то, что ты готовил вчера, да? Это же свежее. Зачем вчерашнее-то есть? Жестко. Разогрел, да? О! Вот еще же, две тут еда пропадает. Жень, веди их сюда. Веду, а то скучно. Слушай, а если придут аборигены, а мы будем сидеть на скамейке? Ну, они тоже сядут на них. Давай попробуем, точно. Кто в шоке будет? Они рядом присядут. Рядом присядут? Давай попробуем. Ну, скорее всего. Веди, Женек, веди их сюда. Ведите, я уже сел. Ты уже сел? Веди тоже. Да. Нет, это они сами придут. Жень, ты ведущий? Нормально. Я ведущий. Они все за тобой идут. Еще три бревна, всего три бревна.
Колян там работает, а ночное путешествие будет оправдано. Три бревна. Три бревна. Три бревна. Все ненужное стало сразу. Все не нужно, да. Три бревна. Бесплатно. Чья еда в костре? Чья еда? Жень, ешь, мы разрешаем. Это Калину, это мы Калину подогрели, но ты тоже можешь. Это мы Калину оставили. Ну раз Калин вчера съел, тогда кушай. Это вчерашний ужин. Это мы Калину оставили. Ночная перекуска. Я просто копался, нашел мясо плохое у себя, пожарил тебе. Нормально. Нормально ешь. Алекс, ты же его так ел упорно, давай еще. Упорно ел. Так упорно ты ел это мясо, бля. А что нам еще надо? Давай, ты так упорно говорит, ел, давай еще на телефон. Давай еще. Бля, все срубили здесь. Повесле свою рубили нахуй. Я хоть ромашку пособираю. Скоро игра, блядь, уже нахуй не так, блядь, называться будет, блядь. Это же смысл, нахуй. Все, последнее бревно осталось. Я два бревна. Последнее бревно осталось. Я несу его, я доделаю. Давай, у тебя чистый чакры, давай. Игра будет в поле. Причем чисто поле, ёпта. Ого. Построили, большеватенькое. Да? Ну, я хуй поставьте давай костер, сделайте освещение. Ох, ну, будет дополнительное. Разведи огонь там, давай, Олежек. Давай кресло еще забубеньте. Разведи огонь там, разведи. Подожди, можно же что-то еще построить тут. Давай. Разведи огонь. Смотри, я как, блядь, на в Титанике, я как на Титанике, смотри, этот самый, смотрю, нет ли, блядь, айсберга. Он построил на дне, ты в курсе, если встроить что-нибудь, он построил на дне вон стол. Интересно, Олежек костер разжег каким-то образом. В смысле на дне? Не все на дне строится. Разворачивайте посудину там, мы ж на мель сели. Подожди, я сад могу поставить, садик. Сейчас. Чё, мне послушай, сап, я думаю, сабу будешь, сап? Сап поставить. Даже музыку могу поставить. Я, говорит, сап могу поставить. Охуеть. Я, если бы понимал, как вести, я бы помог. Бля. Нет, тут только один может грести. Нет, еще второе весло есть. Ух ты, так, пацаны, смотрите, надо 4, короче, бревна. И у нас будет своя садовая. Там же валялись же вот, 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 два, вот еще 4. Что было? Че это было, блядь? А че сад висит, смотри? Я сейчас подожди, я сейчас боярышник посажу. О, нормально. Видишь три кучки? Боярышник? Видишь три кучки? Это боярышник посадил? Две цветы, одна моя. Оно не держится на плоту. Оно не держится на плоту. Я че этот плот так шатается-то? Просто растет что-то там, блядь. Че за говно творится? Короче. Меня укачивает, подожди. Сейчас, подождите. А кто гребет-то? А, вижу. Кто гребет? Жень, греби. А почему он только в одну сторону гребет? То есть ни вправо, ни влево больше никак. Потому что надо вдвоем. Блять, что это? А, там вдвоем надо, точно же, ёп. Два человека должны управлять. Да, 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 давайте за второе весло. Подожди, а где второе? А, во, давай, вот второе. Давай, колец, стой. Остановись, говорит. Слушайте, блядь, костерок тут разведи. Костерок здесь разведите, а то нихуя не видно, блядь. Алекс, давай, греби. Я греблю. Можно сани для дров сделать? Подожди, надо было Калину сани для дров сделать. Мы плывем, смотри, мы выплываем куда-то. Я читал книгу, упал в воду. Нормальный, блядь, плот у вас, ребят. Во, нормально плывем, я понял принцип. Кто же под ногами прям? Зачем ты под ногами прям, Алекс? Я ж горю нахуй. Это печка, что ли? Это как в аду, когда черти тебя жарят, помнишь? Помню, в лицо. Давай, чтобы симметрично было, чтобы никому не обидно. Плыви симметрично, хули. Давай, вот. Я поплыл в открытый океан, нахуй. Ну, блин. Поплыли. В открытый океан. А зачем нам плыть вообще в открытый океан? А мы куда вообще плывем-то, в принципе-то? Мы просто плывем. Тебе тоже ставят, смотри. Мы просто смотрим. Тебе тоже печку ставят. Нет, это не пойдет, потому что и я подожгу. Печку ставят. Ноль, не мог ли? Блять. Какая-то хуйня нормально у меня происходит. Блин. Почему? Тут странно как-то. А куда мы, блядь, плывем? Что-то не растет ничего. О, растет. Давай. Растет, как это растет? Прям на дереве растет. Уже рассвет. Дядя Женя не мерзне. Ты куртку свою, что ли, ему отдал? О, отлично. У меня два костра теперь будет, да?
Поплыли обратно. Мы куда хотели-то вообще? А вон оттуда, давай за дерево, давай за дерево, Алекс. Ой, моя горюга, снимите, уберите костер. Я подкину. Не надо подкинуть, я ж горю, блядь, у меня здоровье уменьшается иногда. Жень, давай плыви, Жень, греби, Женек. Может, ты не ел? Хочешь меня поджечь еще там? Может, нет, ты просто греби, Жень. Колян, кинь туда мясо. Блядь, ты уже разбил. Кинь туда мясо. Так там уже жарится дядь Жень, смотри. Не отходя от кассы, да? Есть и грибси. Подкиньте мясо, почему меня сдвигает, объясни мне бы. Вы умираете от жажды, найдите воду, подождите. Ты умираешь? Попей. У тебя чакры грязные, давай. Я попил. Поплавай, почисти чакру. Куда мы плывем-то, блядь? Мы так и не определились, куда мы, блядь. Завод, а вот за дерево, давай за дерево, давай, туда, давай, на ту сторону. Да не плывите, я не могу зажечь костер. Нормально. Не может он зажечь костер. Не плывите, говорит, я не могу зажечь костер. Вы выживальщик так себе. Надо еще что-то поставить сюда. Так. Блядь, сушилка для бревен. Сжигает, да, блядь, выживальщика никакой. Во, смотри, зацени. Сушилка для бревен. Что там построил? Ты там поставил? Скелетура. Ди Каприо, блядь, поднял и построил, смотри. Мне не хватает. Оу. Это женщина, да? Я вылез из воды, загорелся, блядь. Нам женщин как раз, блядь, не хватало тут. Это же женщина, да? Так, подожди, надо поплыть, чтобы мы бревен собрали еще. Подожди, там какой-то островок. По-моему, там я вижу землю. Там земля была. Как Робинзон Крузо, блядь. Смотри, еда есть, вода есть. Нет, мы сейчас, знаешь, вот там лес, смотри, вот мы плывем. Да-да-да, вот туда сейчас за остров заплывем. Да-да-да. Не-не-не, там не лес. Да не лес, островок. А что на островке-то? Нахуй тебе островок этот сразу. Там ничего нет, там пусто вообще, по-моему. А мы лес не отстроим, подстроим алтарь. Нам надо чучело сделать, женщины. На острове. Нам надо, блядь, нет. Нахуй чучело, блядь, Ди Каприо сделать. Подожди, это... Чучело Ди Каприо? Я уже сделал чучело Ди Каприо, вот. Как его оставить? Оно же не сделанное, что там к нему надо еще прикрыть? Да еще палок подкинь туда. Еще палок. Кинь палок, Алик. Вот мы как раз за палками, да мы плывем за палками, погоди. Останови плод хотя бы на минуту. Олег, я на нуле. Я тоже на нуле, я тоже ноги сделал. Сейчас я подожди, может я Ди Каприо. Во! Давай направо. Ди Каприо достраивай. Давай, достраивай. Нихуя, так я один грибу, блядь, а я думаю, что нахуя. Да не греби, Алик, хоры грести, давай попробуем Ди Каприо сделать. А чё, Алик? Что ты в группе Алик говорит? Алик. Алик Болдуин, блядь. Алик. Бен Аффлек. Бен Алик. Саня, греби, Саня. Греби, Саня. Насколько Бен Аффлеков ты оцениваешь нашу работу? Александр, греби. На два с минусом, блядь, потому что Ди Каприо хуёво получилось. А где голова, блядь? Да мы не успели, надо еще бревен немножко. Ну тогда давайте подгребем. Давайте подгребем. Давайте подгребем. Направо, на. Опа, смотри, растет херня. Давай. Ага, вот туда и поехали. Какая херня растет? Я посадил этот. Я боярышника три куста посадил же. Вот же, садовый этот. От нервов специально, да? Смотри. Вы так охуенно гору обогнули, блядь. Смотри, якорь похож на что? На кальмара торчат. На что похож на якорь? Все, припарковываемся нахуй. Ничего, хорошо. А какой смысл было плыть тогда? Не знаю. Мы просто попробовали, работать ли плод. Мы могли бы просто отбежать, нет? А, кстати, так мы же можем, блядь, вообще уплыть на остров, где снег лежит. Можем. Палатка чья-то. Да, палатка. Это, блядь, туристов. А где туристы сами? Туристы сдохли. Туристы умерли, блядь. А порно-журнальчик? Это порно-журнал? Тут сохраниться можно. Можно сохраниться. Ну что, сохранимся? Давай, сохранимся. Ой, бля. Так, ну что, давайте тогда куда? В снега? Смотри, ноутбук, если разбить, там микросхема есть. А деревенька где наша вообще? Мы ее там оставили, да? Деревенька. О, маршмеллоу, смотрите, маршмеллоу. Вот нельзя. Подожди, Олег, мы же с тобой хотели эту, ну, штуку сделать, с которой скатывается по веревке. Колян пошел бревна рубить сразу. Колян уже за бревнами убежал. Увидел сушу и сразу за бревнами, все. Все правильно. Головой, парень, я же говорю. Не пропадешь с Коляном точно никогда в жизни, блядь, понимаешь, даже если ничего, блядь, не будет, он все равно найдет бревна. Так, я пошел делать, я делаю, смотри. Даже если будет голый остров. Колян, ты что там? Я ради Ди Каприо. Пацаны, готово, смотрите, Тарзанка. Ради Ди Каприо можно. Тарзанка? Тарзанка есть.
кстати, сейчас кататься нужны. Будем. Одна веревка нужна. Это охерительная тема, на самом деле, да. Надо веревку одну. Веревку, блядь. А, все, 10 бревен. Алекс, подгони плот, чтоб мы сразу на плот, сука, как Чип и Дейл, нахуй. Давай, Чип и Дейл. Вам запишет слабоумие, блядь. А слабоумие отвага, да. Отвага и слабоумие, нахуй, Чип и Дейл. Давайте. Рубим. Что кричит? Кто кричит? Ой, это кричит сучка. Как ты понял, что эта сучка кричит? Ой, ну просто так-то послушай. Так надо, да? Так вышло. Я не хотел. Да пошел нахуй, вот абориген, ой, сука, сзади. Аборигеновая сучка. Я полетел, ёпта. Пока, пацаны. Че, уже полетел, что ли? Во, я тоже полетел. Полетели, ёпта. Это как максимально быстро слиться от аборигена, блядь, и проблем. А колялся с бревнами, колялся с бревнами. Колян, иди лучше покатайся, отдохни немножко. Джеронимо, отлично. Джеронимо. Алекс, ты помнишь, что мы костер ставили? А что мы вдвоем поехали? Давайте вместе паровозиком. Давайте все вчетвером, давай. Паровозиком давайте на счет три. Становитесь на счет три, прыгнем, давай. Сейчас друг за другом. Женя, брось бревно, брось его. Давай. Где? Фу. Давай. Раз, два, три. Ай, блин. Паровозики. Слушай, а если мы там поставим костер и будем в костер прыгать? А, большой надо поставить. Большой. Воду, что ли? Не, мы воду не поставим костер. Мы воду не поставим. Или можно, блядь, на ходу как-то спрыгивать, да? А может, оплот, блядь, будем? Ходу спрыгивать. Ты что, ассасин, что ли, на ходу, блядь, спрыгивать надо? Вот же ставится костер, почему нет? Вот сюда поставим сейчас. Женя, это пиздец, блядь! Колян, плот! Колян, держи плот! Плот уплыл! Колян, держи плот! Колян, да, блядь, нахуй Дикаприо строит. Блэд или плэд? Дикаприо строит, ну. Пацаны, Дикаприо достроите. А что он прыгает? Он прыгает как в этом экзибит, когда тачки прокачал, так же машины прыгали. Дикаприо ожил, походу, нет. Блядь! Нужен человек. На помощь. Дикаприо ожил, вот зашибись. Колян, ты что, Дикаприо там оживил, что ли? Алексей за штурвал. Александр за штурвал. Шура, нет. Шура, рулите. Саня стоит за штурвал. Так вы же не достроили, подожди, надо же палки собрать. Мы же не достроили, давайте достроим. Коля, греби куда-то, налево. Блядь, аборигены справа, пацаны. Так мы... Погреби. Алексей, греби. Я предлагаю их завлечь сюда. Нам надо к берегу. Давай, так. Угу. Поворачивай. Там я перемешаю. Так, ублюдки, отлично. Давай. Все, вот так. Давай. И давай к берегу. У нас проблема. Беги. Беги. Откребаем. Давай. Бля, плыви. Смотри, я задавил ее, бля, потом. Они в моем саду можжевельников, подожди. Саду можжевельников? Хорошо. Саду боярышника. А как нам теперь это? Блядь, они на Дикаприо просто увидели первый раз. Встаньте, штурвал, Коля. Автограф хотят взять. Че ты орешь? Давиду, штуку нахуй. Все, костер готов, можно прыгать. Хуя мы развернулись. Это как? Там, блядь, натянуто, Костер зажги костер. Сучка на плот пришла. На Дикаприо сучка посмотреть. На плоту. Застенчивые лица, давай. Зажигай костер. Чем зажигать? Хуяч пизду. Что? Хуяч на пизду. А. Прекрасно. А че Дикаприо-то нахуй недоделанный? Зажги костер зажги. Дикаприо недоделанный. Зажги себе бучий костер уже, пожалуйста. Да хуй тебе костер, давай Дикаприо доделаем. Доделаем, костер зажги. Дикаприо, надо костер зажигать. Ой, у меня плохо с здоровьем. Дикаприо, он какой-то грустный. Зажги Дикаприо. О, я знаю, что я возьму. Берите женщин и кидайте на плот. Я бросал, они сквозь проваливают. Тогда в костер бросай, понял. Тогда в костер бросай. Блять, этот дикий абориген. Не, нормально, вот сюда можно. А если мы на втором этаже провалилось так? А если мы на второй этаж зайдем, они за нами, блядь, побегут. Ёб твою, аккуратнее, Олег! Идите все на плот, на второй этаж. Что, не загорается костер, да? Да. Смотри. Я плеер достал. Прям костер. Не, Коля, смотри, там не умри. Я плеер достал. У меня костер не горит. Очень плохо, да, мне надо есть. Иди, наверное, потому что он в воде, поэтому не горит, наверное. Вот хитро, смотри, а. Так у меня есть нечего, если... Не горит. Бля.
Я бы тебе скинул. Надо, тут, надо пожарить. Разделай аборигена. Разделайте аборигена, его можно зажарить. Разделай аборигена, его можно поесть. По-моему, меня убили. Как это убили? Нихуя себе, блядь. Ну ты в самолете начинаешь. Подожди, а что это за... ты же сохранился там. Меня надо поднять. Идем, идем, сейчас поднимем. Сейчас поднимем. Да и просто... Я поднимаю, поднимаю, давай. Поднимаем, ага. Все. Сухи. Зачем я тушу абориген? Вот и все. Разделайте аборигена, возьмите его мясо. Он провалился. Это значит, на доброе утро тебе надо вытекать. Разделайте аборигена, разделайте. Разделайте. Давайте Ди Каприо доделаем. Подождите. Ди Каприо доделаем. Бей по рукам и ногам, так быстрее будет. Мы доделаем Ди Каприо сразу после еды. Сразу, блядь, после рекламы. Ди Каприо недоделанный какой-то. Ну, немножко осталось. После рекламы мы доделаем Ди Каприо. Его зажечь можно будет, интересно? Ди Каприо? Нет, ему голову надо присобачить, подожди. Сейчас найдем. Там аборигена отрежь. Сказал, как будто, блядь, в магазин сходи за хлебом, блядь. Добрая игра, блядь. Нахуй я тащу два бревна? А как пожарить ногу теперь? Как пожарить? Костер кинь. Костер, кинь все. Гайд, блядь, как пожарить ногу, гайд. Костер кинь все, ну что. Кидай просто костер, его, видишь? Все, нет, не доделан, смотри. Ты что сделал сейчас? Куда? Плот уплыл. Плот, ты самый управляемый. Куда же вы делаете? Стой. Ди Каприо ожил. Ди Каприо не надо, мы же не доделали его. Ди Каприо ожил просто, и все. Ноги, чьи-то ноги валяются на плоту. Живи, что-то у нас. О, готово. Ой, что за хуйня? Готов, хер. Слушай, его зажечь можно, наверное, да? Наверное, подожди, да, а если чучело поставишь до конца. Зажигается? А голову, да? Ему, блядь, насадить можно, нет? А голова есть у кого? Угу. Иди отрежь голову. Что, головы нет, что ли? Иди рубани бошку, там вон же трупы валяются, давай. Вот череп есть, давай. У меня нога есть. У кого-то была закуля... Не бей, не надо. Ой, не то. Надо либо акулью голову, либо енота. Еноты, тут же еноты еще есть. Голову енота? А пошли на охоту, ёпты. Пошли на охоту вообще. Чего вообще енота? Неплохо бы нам, блядь, нахуй смотаться на ту, блядь, часть острова, а где снег лежит. А что, в голову меня подрубали? И в кратер, да, мы еще хотели. Давайте сейчас доделаем, блядь, что мы хотели. Ди Каприо? Да. Мы что хотели-то? Мы хотели доделать Ди Каприо. Ты с каких пор на Ди Каприо откликаешься? По-моему, он уже доделан. Сейчас, голову поставим. Нет, доделать, ну голову надо же. Я несу голову, сейчас. Смотри, если, вон аборигены, кстати, справа. Если каждый возьмет коктейль Молотова и будет бросаться. Ты горишь. Кинься воду. Как Мюнхгаузен, знаешь. Что-то Ди Каприо как похудел, бля. Что-то нездоровый он выглядит. Кожа на кости, да? А где, блядь, нахуй эта самая, блядь, тёлка, которая с ним была? Так, и чё как голову ставить-то? А толстая тёлка-то... По-моему, она никак не ставится, а то уже законченная композиция. За Ди Каприо без головы, по-моему. Может, это какой-то... Это, блядь, какой-то, нахуй, блядь, арт-проект. Чё за хуйня? На нас смотрят. Это тёлка пришла посмотреть на арт-проект. Иди сюда, дурак. О, блин, она плавать не умеет. Да. Арт-проект. Блин, а как-то же можно было головы нашить? Мы её мужа убили. Это другая штука, наверное. Я понял, что... Я понял, Колян, не плыви, мы мужа её ёбнули, не надо, она злая сейчас. Сейчас поможем, сейчас будет артиллерия, смотри. Давай. Что-то херово бросил. Что-то она не взорвалась, артиллерия это вообще. Жень, сделай бомбу давай. У меня бомбы нет. Колян убил тёлку. Констатирую факт, блядь. И тут сразу песня. Никто не даст нам тут уплыть. И всё нормально. Так, поплыли там, где снег. Так, где снег у нас, скажите мне, пожалуйста. Снег туда, дальше. О, горит Ди Каприо. Ди Каприо горит. Ты меня в бусы кинул. Не, смотри, как у меня этот боярышник растет, а? Где? Смотри, вот же, в садике три боярышника. Это только ты видишь, понимаешь? Ты уже видно, что в смысле, только я вижу, вот боярышник, три куста. Я тебе серьезно говорю, это только ты видишь его, блядь. Три куста боярышника. Алекс, подойди в мой сад и посади что-то свое. Ты точно, блядь, боярышник выращивал? Ну не можжевельник, ёпты ж, блядь, ну посади. А что плод-то разваливается? Вот плод разваливается, потому что тут проблема. Просто только ты его видишь. Проблема. Я его не вижу. Так, плывем, все. Так, кто встает за весло? Я рулевой, я уже греб. Давай. Я буду рулевым, нахуй. Давай. А тут нельзя плыть, рули. Смотри, уже не рулится. Можно. Направо. Всё, давай, Олег. Сзади ход, давай. Давай, гребите. Значит, смотрите, мы сейчас плывем туда, где снег.
Жень, давай, бери, туда бери правее, бери туда. Так это от тебя зависит, давай, ты же рулишь. Ты встал прям в костер, все нормально. Нет, тут смотри, тут принцип какой. Да, что-то жарко, блядь, немножко на улице. Тут принцип такой, что ты в одну сторону. О, мой садик живет, мой сад живой, подожди. Какой сад? Только ты его видишь, понимаешь, этот сад. Ты что там выращивал-то, ёбать? Сад живой. Вон сад и мои костры живы еще, смотри. Костры живы, костры живы. Костры живы. А где наша деревушка? Я покатаюсь, пока вы там плывете. Черт, мы же не доплыли. Смотрите, стойте там, я сейчас к вам, блядь, подлечу. Смотрите, смотрите, стойте там, смотрите. Блин, печалька. Смотрите, смотрите, вы сейчас охуете, смотрите. Мы едем. Друг друга едем. Нормально так. Не горит нихуя костер. Не, не горит костер, вообще не хочет. Я вообще только Алекса. Я тоже. Давай, плыви за раз. Ты тоже видишь только Алекс. Да, а где все-то? Народ, вы где? Не, я в море. Нет, я Коляна вижу, а где Олег? Я, где? Я здесь, нормально все. Я так, здесь. Колян. Я здесь, все нормально. Сука, король мира, блядь, я здесь, нормально все, нахуй. Отец, блядь, на сто... Во, вы невидимые стали, нихуя. Я вас не вижу, народ! Вы невидимые вообще, что с тобой? Я ж тебе говорю, что мой садик не только я видел, теперь ты никого не видишь, блядь. Ты ослеп, блядь. Колян, ты видишь кого-нибудь, Колян? Ты просто взял и ослеп. Я вижу кроме меня. Ты вижу только тебя. Кроме... Ты ветер, слышишь? Я... Ветер дует. Вы где сейчас стоите-то, скажите? Мы возле лагеря. Нет, идите вот сюда, к нам. Мы возле лагеря. Вы нас-то видите? Да, я вижу. Блять, а мы не видим вас. Охуеть, блядь, игра. Синхронизация. Так даже веселее играть, наверное, когда никого не видишь. Давайте. Угадай, где, блядь, игра называется, да? Ну давай, ладно. Я сейчас давай. Кто кого видит, кто кого не видит. Я не вижу никого, кроме Коляна. Я вижу всех. Я Коляна только вижу. Я тоже всех вижу. Чакры почисти, никого не видишь, блядь. Я Коляна только вижу, все. Нормально. Так, ну что, ладно, раз такая хуйня предлагаю здесь закончить, закруглиться. Предлагаю. Залагал опять. Короче, я предлагаю здесь закончить, закруглиться. Я сохраняю игру. Давай, я тоже сохраню. А в следующей серии мы пойдем в зимнюю часть. Другим путем, да? Да. Блять, а почему я не могу сохраниться? Что за говно? Потому что ты покритиковал мой садик, который я там выращивал. Вот никого не можешь. Так никто же не видел твой сад. Только все видели мой сад, только ты не мог понять, что это мой садик, понимаешь? Я видел ростки, были ростки. Коля не видел твой сад. Вон, дядя Джим не видел мои ростки. Я видел, были ростки, были. Нихуя, блядь. Чем вы там, блядь, нахуй занимаетесь пока, блядь? Что за хуйня? Ладно. Были мои ростки. Ладно, все, мы на этом закругляемся, будем перезаходить. Кстати, я не вижу дядю Джим. Я вижу Колина, я вижу Алекса. Вот, доигрались. Вот, а я ж тебе говорю. Зачем вы разломали? Все плохо. Зачем вы сломали эту штуку? Колено, зачем ты сломал? Я думал, ресурсы будут, если. А если ты нас убьешь, будет мясо, логично же. Не будет. Уже нихуя не будет. Короче, в следующей серии мы, наверное, отправимся в зимнюю часть карты, правильно я понимаю? Можно в кратер попробовать. Или попробовать скинуться в кратер. Да, на плоту в кратер. А мы скинулись-то в кратер, блядь. Мы на плоту. Я предлагаю построить тогда плот все вместе. Только большой, давай большой захуячий. Мы пишите, пока все дома очевелы ручки. В следующей серии мы скинемся в кратер. Увидимся после рекламы, блядь. Во все тяжкие, в кратер пойдем, нормально. А сейчас рекламная пауза, блядь. Ну ладно, все. Так, все, ладно, до следующей серии, народ. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.